Я скажу так, обморожение ног у 50% личного состава. Здесь, я тебе скажу, здесь 200-х отправить не могли нормально. Они с нами дней 5 катались. Это было на 4-й день. Он нам, знаешь, что сказал? Ни для кого не секрет, что до конца операции остались считанные часы. И вот они, эти часы, до сих пор идут. Сука, даже в Чечне в свое время такого не было. Намного было, хоть ясно было. Тут такой трэш. Я говорю, нас свой самолет авиабомбы скинул. Не знаю, это, блядь, дурдом нахер. Это спецоперация, блядь.